Всем привет, друзья! С вами я, Геймер7650, и сегодня мы с вами пройдем путь от бомжа до миллионера на сервере Грихи 317. Сегодня я побуду на разных работах и еще покажу вам способы заработка. Сегодня я зашел под нулевым аккаунтом. Денег нам нужно поработать, чтобы потом пойти на очень прибыльную работу. Давайте сейчас выберем, на куда мы пойдем. На завод пойдем, на лесоруб или на шахту. Давайте лучше пойдем сначала на завод. Так, вот завод и плавильня. Нам сейчас нужно не в плавильню, а на завод. Давайте выбирать места. Вот, смотрите, вот здесь вот делаем кожу, достаем здесь верстаки, и мы крафтим всякие кожаные предметы. И за это получаем изумруды. Один изумруд – это 1 рубль, а 1 рубин – это 1000 изумрудов. Вот, что у нас будет выгодней? Ну, давайте золото. Давайте поделаем золото. Итак, обмениваем. Палки. Так, ну давайте штучек 16 палок возьмем и золото. Магазин распродан. Нам достались халявные палки. Прикольно, нам достались халявные палки. Ну тогда давайте из кожи поделаем. Так, вот кожу. Мы очень много кожи делаем. Сколько для сета нужно? 24-48 кожи нам нужно, получается. Так. Вот все. И давайте сейчас крафтить. Все, я скрафтил 2 сета брони, поэтому давайте обменивать. У нас есть 400 рублей. У нас есть уже 600 рублей. Это мы уже обменяли. У нас есть... не знаю, сколько у нас есть. Следующее. У нас есть 1000 рублей. 1020 рублей, короче, у нас есть. Ну вот, следующее. Давайте еще покрафтим. Делаем кожу, делаем деньги. Ну ладно, пускай будет 48. Так, все. Все, можем крафтить. Ну, в общем, теперь можно обменивать. Зарабатываем деньги, ребята, нам очень нужны деньги. Я не вижу, где я что обмениваю. У нас сейчас есть 2040 рублей. Теперь нам нужно в банкомате их обменять и пойдемте, куда еще пойдемте зарабатывать. Так, склад полный. Склад полный. Ну, здесь нам не надо. Ну, тогда придется в банк идти. Банк. Во, обмениваем. Все, у нас есть 2040 рублей. Давайте купим поесть. Так, картошка фри. Покупаем на все свои деньги, на 40 рублей. Следующее. Ребята, теперь я вам предлагаю пойти на работу лесоруб. Что тут написано? Работа лесоруб, еловый участок. Внимание, при срублении деревья вы должны посадить новый саженец. Хорошо. Так, что тут у нас? Ага, нам нужен топорик. А где нам... вот топоры. Так, обмен. Магазин распродан. Блин, за деньги теперь покупать придется. Так, нет, я не буду покупать за деньги. Или буду? Да я не знаю. Короче, ладно, давайте лучше на заводе останемся работать. Так, все, мы на заводе. Следующее. Пойдемте вот сюда вот. Так. Хорошо, так. Залагала немного. Вот, ребят, сейчас набираем кожу. Нам надо нафармить деньжат. Так, как всегда, 48 набираем. У меня, кстати, дождь пошел. Вот. А у вас какая сейчас погода, когда вы смотрите это видео? Ну вот, и сейчас я скрафчу и вернусь к вам. Теперь можно обменять, в принципе. У нас 200 рублей. 520 вроде. Я не очень сильно сейчас разбираюсь. Так, ну все. У нас еще плюс 1020 рублей. Нам надо в банк. Здесь сейчас обмениваем. Обменять. У меня есть 3000.
А теперь, ребята, я вам покажу очень хороший способ, как очень хорошо подняться на плавильню. Способ очень рабочий, только надо, чтобы все обменники были заполнены. Вот, если что, плавильня. Ну, погнали зарабатывать. Нам нужно заглянуть в верхние обменники и обменять на алмазную руду. Так, следующее. Вот. Теперь вот в этих обменниках мы магазин распродан. Мы получаем угля. И теперь засовываем уголь в печь. О, халявный уголь. Ну, в общем, засовываем алмазы и ждем, пока они переплавятся, собственно. Вот. Алмазики, жарьтесь быстрее. Вот. Мы переплавили, например, 3 алмаза. Идем вот в эти обменники и обмениваем на 2 рубина. И вот получается у нас уже 6000. И еще можно брать уголь вот здесь вот. И вот здесь вот, например, за 500 тысяч вы получаете 500 рубинов. Вот. Ну, ладно, я к вам вернусь, когда очень хорошо подзаработаю. Обмениваем. Магазин еще раз продан. Так, хорошо. И бежим к печкам, все. Ставим на переплавку. Все, ждем, пока переплавится. Тут у меня уже и 48 тысяч. Вот у меня уже 101 тысяча. Ребята, думаю, вы понимаете, что реально на плавильне можно очень хорошо заработать. Только для этого сначала нужны деньги, доход и прочее. Чтобы как раз-таки потом купить алмазы, переплавить их. Ну и в принципе... обменять. А потом можно купить квартиру, сделать там свою плавильню, чтобы в общественном месте не плавить свои алмазы. И можно будет выйти из игры, и все. И ваши алмазы никто не заберет. Кстати, уже теперь я могу вот здесь вот обменять. Ребята, этот ролик, возможно, выйдет на несколько частей. На части 2-3, может быть. Вот у нас есть 100 алмазиков, пойдемте обменяем их. Вот 100 алмазиков, 200 рубинчиков. Склад полный. Нет. Приходится вот так вот вручную все обменивать. Вот так вот. Обменять. Вот. Вот, ребята, у нас есть, получается, 201 тысяча. Вот. На плавильне очень хорошо можно заработать. Ребята, я буду с вами прощаться. Скоро выйдет вторая часть. Ролик будет в 2-3 части, возможно, может в 4. Ну, а всем пока-пока.